Съешьте печень. Вы у меня в печенках сидите. Не смешно. А как шутят во Фридонии? Шекспир заходит в паб, и хозяин ему говорит: «Ой, лысый Барт!» Чудесно. Смысла нет, зато весело. Ну, иди сюда. Мы только что познакомились. Доктор тебя не поцелует. Обрати благосклонность ко мне. Я не знаю, как вам это сказать, но... У вас плохо пахнет изо рта. Отличный у вас реквизит. Только не знаю, что это. Похоже на сикаракса. Сикаракс? Отличное слово. Его я тоже позаимствую. Мне 10%. Как ваша голова? Еще болеет. Вот. Это вам. Фиксатор для шеи. Поносите несколько дней, боль пройдет. Хотя можете и не снимать. Вам идет. А что с пьесой? Пропало. Я везде искал. Все экземпляры улетели. Мой шедевр пропал. Вы можете снова его написать? Лучше не надо, Уилл. В этих словах все еще есть сила. Лучше их не вспоминать. У меня новые идеи. Пожалуй, пора написать об отцах и детях. В память о моем сыне, о милом Гамнете. Гамнете? Да, о нем. Гамнет. Гамнет? А что такого? Ладно, пора ехать. У меня в Тардис отличный чертак. Там они могут кричать хоть вечность. А мне нужно отвезти Марту во Фридонию. То есть путешествовать в пространстве и времени. Что-что? Вы из другого мира, как и падальщицы, а Марта из будущего. Это нетрудно понять. Это невероятно, вы молодец. Мы во многом похожи, доктор. Марта, прими на прощание мои новые стихи. Сонет к моей смуглой леди. Сравнить тебя с погожим летним днем, но ты прекрасней, ярче и теплее. Уилл! Ты не поверишь. Она здесь. Она пришла. О нас говорят везде. Она слышала о вчерашнем представлении и хочет его видеть. Кто? Королева. Она здесь. Елизавета Первая. Доктор? Что? Мой заклятый враг. Что? Отрубить ему голову. Что? Неважно, бежим. Пока, Уилл, спасибо. Стой! Остановите его. Что такого ты ей сделал? Откуда мне знать? Я с ней еще не знаком. Вот что значит путешествовать во времени. И все же интересно. Отлично. Есть чего ждать от жизни. Thank you.